Ну а перед просмотром рекомендую перейти на канал The Vitek Home, на котором выходят голодные игры в Майнкрафт, летсплеи по игре The Long Dark и многое-многое другое. Заходи и подписывайся, ссылка в описании. Ну что, ты готов? Еще как. Тогда собирайся и неси свою жопу на заброшку, о которой мы договаривались. Приходи один. Все, давай. Ты один? Да, я один, а ты? Обижаешь, я свое слово держу. Ну что, приступим? Конечно. Вот молодежь, прошел с телефоном, даже меня не заметил. Наркоман, наверное. Вам чем-нибудь помочь? Не, я только покемонов поискать. Кого? Покемонов. Ай, ладно, неважно. И что это за поколение такое? Вот мы в свое время фантики собирали, а не каких-то там покемонов. Так, ну где же ты можешь быть, а? Да сука, еще один покемонщик! А ну, пошел! Вон отсюда! Пошел, пошел! Давай, покемончик, найдись, найдись! Молодой человек! В библиотеке ищут нужные книги, а не тыкают в телефон. Что вам тут нужно? Я ищу тут... А, все равно не поймете. Ну а вдруг? Я ищу покемонов. Все, до свидания. Странно. Слово покемон состоит из двух английских слов. Pocket – карман, и money – деньги. Зачем искать в библиотеке карманные деньги? Чушь какая-то. Ты ко мне? О, не-не-не-не-не! О, нашел! Ну что, ты готов? Еще как! Тогда собирайся и неси свою жопу на заброшку, о которой мы договаривались. Приходи один. Все, давай. Ты один? Да, я один. А ты? Обижаешь. Я свое слово держу. Ну что, приступим? Конечно. Вызываю Чармандера. Драгонайт. Отлично, волоко выпало.